Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 605. События дня. За 9 августа 2017 года. Евангелие от Иоанна 20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. События в деревне какие могут быть? 20 дворов. А вот они, события есть. Даже не знали, что есть подвал на территории в огороде у Володи. Решили ремонтировать там его, потому что столько лет, уже 15-й год, никого не было, туда вода текла. Ну и можно было бы сделать. Я говорю, так два подвала еще есть здесь, на территории Скворечника. Ну и пошли, а там все заросло. Давай вырубать, пробиваться. Пробились до обеда туда. Действительно, там завалилось что-то, но бетонное покрытие, рельсы, все сохранилось. Можно чистить. Я говорю, теперь-то, а что ставить туда, в подвал-то? Ничего и нету. Если бы было, готовили, специально жили, то живем-то так, как пташки божьи. Немножко что-то приготовим, и остальное-то занимается с людьми, тут ремонтом, и с утра до вечера. И весной приезжают братья тут, дома обиходили. Это не просто так. И после, до обеда я еще толкусь с людьми, а после обеда более свободен. Я говорю, давайте отдохнем, съездим рядом тут совсем. 2 минуты ехать с Черемуха прямо внутри траншеи, селосные ямы называются. Побыли там, вернулись после обеда. Я залез к голубям посидеть у них. Там поснимал тайно немного. Вдруг батюшка звонит. К нам баптисты приехали, прежние, которые были. И концерт хотят поставить. Надо, хочешь пойти-то? Ну, еще же не пойти. Концерт бесплатный. Ну, пошел я поскорее по деревне на велосипеде, объехал, сколько Володя едет. Тоже уже успели немножко позвать, там сказать. Ну, я заехал к Устиновым, к Минаевой. По порядку тут всех, кто увидел, покричал, кого-то не было. Кто-то... Не было только Серафима, видимо, не знала. Из одного дома не было, и второй не Анила Глушкова. Непонятно, почему-то их не было. А так собрались там. Ну, я 11 артистов, 6 женского пола, 5 мужского. А баян у них с собой, автобус хороший, микроавтобус и машина. Действительно знакомые. И сразу же баптисты. А мы не хотим, чтобы снимали. Я говорю, мало что вы не хотите. Батюшка, он всегда потворствует этим, а я по-другому. Вы к нам приехали и тут же командовать начали. А мы тогда не будем ставить концерт. Ну и не ставьте, это ваше дело. Ну ладно, давай ставить. И все, дальше уже снимали. А зачем? Ну если вы хорошие, привезли о Христе, вы хотите, чтобы слышали не 14 или 20 человек, которых нас здесь набралось, а 14 тысяч, а дальше-то и дальше пойдет. Ну и замолкли. Говорить-то мы ничем не говорили, они песнопения пели, я заказал еще несколько песнопений, которые знал, спели. Ну, немного сказал слово, призвал к молитве один из них, а потом с нашим немножко поговорили, по кучкам так разбились. Ну, все снимали, сейчас сегодня думаю обойти, с кем отдельно беседовали, на какую тему было это. И в очередной раз убеждаюсь, Писание совсем не знает, особенно молодежь, совершенно. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Это главное. Имеем жизнь вечную. Ты в небе? Да, я в небе буду. Все. То есть это даже не легкомыслие какое-то, а полное помрачение. Да ты разве живешь так, как Господь заповедал? Вера без дел мертва. И бесы веруют и трепещут. Не слышит ничего. Ну, если не верит человек, он как волна, сомневающийся, подобен морской волне. Ну, о чем он просит? О делах житейских и не верит в силу Божию. Но не об этом же речь идет. Если так рассуждать,
Так тогда и веры не надо. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот и все, один стих вырвал. Ни о какой вере, ни о жертве Христа, ни о крови Его, ничего не надо. Блаженны нищие духом. Ну, написано. И не знает Писания. Я говорю, написано так же. Спасены надежде, Павел говорит. Спасены. Многие потерпели кораблекрушение в вере, не без веры. В вере поступают, как враги креста Христова. Считай, исследуйте самих себя, верили вы. Не исследуйте еще, ну, мальчишка. Мы ему уже вдолбили это. Я говорю, ну вот адвентисты седьмого дня, чем они хуже вас? Они точно так же утверждают, что они спасены. Ну, еретики, еретик на еретика наезжает. И, ну, понимаете, о церкви понятия никакого не. Да вас разве так веровали? Разве Серафим Саровский так понимал? А никого не слышал. Ярла песни-то и то не знают уже своих. Песнопения. Поют и поют, мурлыщат. Но я пытаюсь по-хорошему. Один из них, старый, ну, у нас не принято обычай спорить. Да кто спорит? Я места Писания привожу. Зачем спорить? Я спрашиваю, ты веришь, что в крещение прощение? В крещении? Нет. Ну, я говорю, как же, покайтесь, запятая, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Крестится не для обещания только Богу доброй совести, для прощения грехов. Но это в контексте смотреть надо. Уже знает слова какие. Я говорю, ну, встань, крестись, омой грехи твои, омой. Стоит, нет, в крещении. То есть, помрачение. Тут никакого зомбирования, ничего нет. Ну, человеку вдолбили два стиха, и он два стиха, на двух стихах едет. Так рождается секта. Круто выраженная секта. Это отделенные баптисты. Но по-хорошему все было. Песнопения пели хорошие, и наши подпевали, и я даже подпевал кое-что знаю так, ну, для виду, может быть. На самом деле голоса нет, и не слышу что-то. Спросили, есть я у них, и говорю, хлеб с собой. Есть, есть, а у них там всего полно. Вода, вода. Я говорю, у нас сегодня среда, поэтому мы бы тут угостить могли вас. Но не, не надо. Ну, по-хорошему узнали, что у них хлеб и вода есть. А Игорь Барабаш подъехал попозже, он говорит, да у них всего полно. Я им объясняю, почему постимся среду, пятницу, а им это не надо. Ну вот, людей-то что, больше нету? Нету, я на работе. Но мы тоже работаем. Я говорю, у нас разная комплекция. Он стоит, пузанщики такие, пузырем животы. И, ну, разное мы. Видно, что они упарились на работе. Там это тут с утра как вошел в пот лица своего, так и до вечера не разъебаемся. Среди недели мы никогда не ездили. Не было, чтобы вот так вот, такой компанией большой ехать. И, ну, Евангелие мы вам не предлагаем, знаем, что у вас есть. Я говорю, да, так. Они говорят, куда не приедем, спрашивают, а вы не из Потеряевки? Вы не из Потеряевки? То есть Потеряевку спрашивают, мы везде же проехали. Я говорю, да в окрестностях только раздали больше 30 тысяч новых заветов и Евангелий. У нас все есть. Ну, рассказали немножко. А молитвы у нас пропели. Я стал о молитве объяснять, а им это не надо. Стал рассказывать, как молитвы у нас русская мафия обложила нас в Турции. И как молились, и Бог мусульман к нам повернул. И как в Швеции было. Я им рассказываю, они не слышат, видно, гляжу по глазам, нету. Опустошенность полная. То есть вот песнопение. Песни спели и все. Сказать, знаем мы там о Христе, нет. Ну, вот когда разбились на группы, сегодня я расспросить могу, узнать, что они, как они. Вот это событие. Ну что, тут вернулись. На сегодняшний день, на 10-й, Роман едет в город, и Дробот, Фросию и Нестора отправили, просили, значит, этим ребятишкам-то что они, дети, правое от левого-то не отличать, не могут всегда. Ну, на этом вот событие дня показать свои ресурсы можно. Мой мир. Вот в нем можно переписываться. Это мне очень нравится эта система. Вот она. Уже сегодняшняя выставляется.
утренний выгул урагана собаки, проехавшего с нами вместе около 120 тысяч километров. Вот некоторые уже попали. Ну и еще что? Потеряевка. Ленточный. Вот это как у нас православный форум. Ну, тут почти не бывает, только так проверяешь и посмотреть, сколько вчерашний день было. 229. Ну, вот так помаленьку приходят люди, но спору нету. И наш видеоканал. Вот он. Видеоканал. 7 144 844 просмотра. 7457 подписчиков. Вот тут 14, 16 на урагана пришло. Нет пока никаких известий от Королёвых. Доехали, как долетели. Спаси их, Господи, помилуй. Ну и это что у нас? О, во свете Библии. Это не зря. Для положения работы платить. Да заплатили все. Вчера у меня тут денег переводил. Он что-то не дошли или что-то такое. Ну и ответы наши. Православный библейский сайт. Вот из этого немножко кое-что беру. Что именно? Внутренний мир человека из этой папки берем. Вопрос 3788, 26 том, открытым оком. Почему государство ни раньше, ни теперь не охраняет талантливых людей? Такие люди, может быть, в столетии один раз рождаются, а их буквально доводят до преждевременной смерти, а потом начинают жалеть. Почему так происходит? Ответ. А где эта шкала талантливости, после которой уже для тебя будут особо выделенные люди создавать условия для сохранения? Это я на кафедре, за кафедрой в университете отвечаю. Каждый ценен по-своему и должен заботиться о своей безопасности, не быть задиристым, не обижаться, не возноситься. Не мстить и жить уже будет больше безопасности. Государство иногда ценит таких, как Курчатов, и даже купать себе одного не пускали. Рядом плыл спортивного вида охранник. Он нужен был для угрозы Америки, а тут уж ни перед чем не постоят. Подумаешь, какой-то Вавилов, там, отец Павел Флоренский, епископ-хирург Лука Воинов-Сенецкий. А они не менее талантливы были и даже более нужны. Может быть и так, премудрость Соломона 4.14.15. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Разве же можно, чтоб все это длилось? Это какая-то несправедливость. Где и когда это сделалось модным? Живым равнодушие, внимание мертвым. Люди сутулятся, выпивают, люди один за другим выбывают и произносятся для истории нежные речи о них в крематории, что Маяковского жизни лишило, что револьвер ему в руки вложило. Ему бы при всем его голосе, внешности, дать бы при жизни хоть чуточку нежности. Люди живые, они утруждают. Нежностью только за смерть награждают. Евгений Евтушенко. Вопрос 3803, 26 том. Если женщина более уловима грехом, то почему тогда возле Христа женщины и служили ему своим имением? Ответ. Потому что это Христос. Средство женщины более движется чувствами, а не разумом. В личности же Христа было неотразимое обаяние. Разумом еще нечего было исследовать. А сердце само ласкалось к его словам и не хотело расставаться с ним. Лука 10.39. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Лука 8.3. Иоанна, жена Хузы, дома правителя Ирода, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим.
Твоим, царица, я ногам несу и радость, и печали, мечты, что сердце волновали, веселье с грустью пополам. Припомни день, когда ты, долу, склоняясь задумчивой главой, внимала русскому глаголу своей русской душой. Я мыслил, песни те слагая, они неведомо замрут, но ты дала им, о благая, свою защиту и приют. Встречаешь же в солнце и в лазуре, царица, радостные дни, и нас, певцов, в годину бури в своих молитвах помяни. 1858 год. Алексей Константинович Толстой. Женщины оберегались церковью и ставились на церковное довольство за их доброту и молитвенность. 1 Тимофея 5:9-16. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Известна по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим. И была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимая, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны. И говорят, чего не должно. И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратили след сатаны. Если какой верный или верно имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. «Боже мой, Боже, ответствуй зачем? Ты на призывы душевные всем». И отчего ты, Господь Саваоф, словно не слышишь молитвенных слов? Нет, услыхал, ты узнал, отчего? Я помолилась, узнал за кого? Я за него помолилась за тем, что на любовь мою глух был и нем. Он, как и ты же, помилуй, Господь, ведая, женщина, кровь есть и плоть, ведая женские любви, не суди, яко сын твой вскормлен на женской груди». 1761 год, Лев Мэй. Иоанна 16:21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Бытие 35:18. И когда выходила из нее душа при родах, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец назвал его Вениамином. Напрасно думаешь слезами тоску от сердца ты прогнать. Всевышним Богом, не людями, тебе назначено страдать. Конечно, сердцу нестерпимо расстаться с тем, что так любимо. Что мило, больно, потерять нельзя ни плакать, ни вздыхать. Так верно, верно, ты несчастна. Твоей души супруг прекрасный так скоро отказался жить. Он жертва смерти, он зарыт, но что? Уже ли весну молодую слезам ты хочешь посвятить? Уже ли юность золотую в тоске ты хочешь проводить? Уже ли утрата роковая прибудет память навсегда? Уже ли, что было забывая, не улыбнешься? Милая, слезами тоски от сердца не прогнать. Всевышним Богом, а не нами, тебе положено страдать. Кольцов, 1828 году. Премудрость Соломона, 7:26. «И я в утробе матери не образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись кровь от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голод обнаружил плачем, одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь». И одинаковый исход. С ней встретились мы среди открытого поля, в трескучий мороз, не лета, ее истомили, но горькая доля, но голод, болезнь, нищета. Ярмо крепостное, работа без прока, в ней юные силы сгубили до срока. Лоскутья одежды на ней были надеты,
спеленатый грубым тряпьем, ребенок, заботливо ею пригретый у сердца, покоился сном. Но если не сжалятся добрые люди, проснувшись, найдет ли он пищи у груди? Шептали мольбу ее бледные губы, рука подаяния ждала, но плотно мы были укутаны в шубу, настройка лихая несла. Жемчужников, 1857. Снег мерзлый, взметая, как облако пыли, тогда в монастырь мы к вечерней спешили. Иов 10:10-12. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. По мне, но мне ты все поверь, когда вечерний час, перед образом с тобой заботливо склонясь, молитву детскую она тебе шептала, и в знамени креста персты твои сжимала, и все знакомые родные имена ты повторял за ней. Скажи, тебя она ни за кого еще молиться не учила? Бледнее, может быть, она произносила название, теперь забытое тобой, не вспоминая его, что имя, звук пустой. Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной, но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно узнаешь ты его ребяческие дни, ты вспомни и его, дитя, не прокляни. 1840 год, Лермонтов. Вот я приведу их из страны северной и соберу из краев земли слепой и хромой, беременной родильницей вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Иеремия 31:8. Осия 13:13. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Господь, Отец, мое начало, мой конец. Тебя, в ком сын, тебя, кто в сыне, во имя сына прошу я ныне. И зажигаю перед тобой мою свечу, Господь, Отец, спаси, укрой, кого хочу. Тобою дух мой воскресает. Я не о всех прошу, о Боже, но лишь о том, кто предо мной погибает. Еще мне спасение дороже, о нем одном. Прими, Господь, мое хотение, о, жги меня, как я свечу, но не спошли освобождение, твою любовь, твое спасение, кому хочу. 1901 год, Зинаида Гиппиус. Иоанн 21:2. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Ну, на этом пока сегодня все.